Два сильнейших российских клуба сражаются друг против друга в Лиге чемпионов. В большом футболе до этого еще далеко, а в мини-разновидности обычное дело. Сибиряк и Газпром Югра встретились во втором туре основного раунда. Новосибирский клуб перед началом сезона покинул ряд ведущих футболистов. Перестроить свою игру команда Сергея Иванова пока не успела. Газовики добились разгромной победы со счетом 9-1. Вторую игру подряд у Газпрома забивает вратарь. В этот раз Звяд Купатадзе оформил дубль. Победа позволила клубу из Югорска досрочно обеспечить участие в элитном раунде. А судьба сибиряка решится в субботу. В матче против чемпиона Венгрии его строит только победа. Говорить о каком-то соперничестве на сегодняшний день с «Газпромом» не приходится, потому что по всем объективным моментам и причинам мы просто сегодня слабее. Понимали, что соперникам много трудностей, но тем не менее отталкивались от своей игры. И очень важно уверенно было сыграть сегодняшнюю игру, потому что мы понимаем, что есть еще третья решающая игра, и уже по ходу трех матчей можно будет оценивать наше выступление.